Привет, друзья! А я уже приехала в Киев. Уже у нас каникулы закончились. И зашла в АТБ. Вот такая вот покупка у меня была на 278 гривен. Кстати, целую торбу я набрала. Так кажется, их, в принципе, сумма не такая уже и большая. Поэтому показываю, что выгодно купить. Хотя вы будете смотреть это видео, уже будут, наверное, другие цены. Скорее всего, хотя не все. Не все цены меняются в четверг. Я это уже заметила. Итак, первое, сосиски, мясная лавка, докторские, фирменные, сейчас по акции, вот такие вот, 30 гривен 90 копеек. Неплохие они, 330 грамм, фаворит плюс, по красной цене. Далее, сок чудо-чадо, два сока вот таких я взяла, он также идет по красной цене, по 6,80, это очень выгодно, если сейчас соки уже в основном по 10 гривен. Дальше взяла вот такую вот намазку по акции, паста сыркова с лососем и укропом. Это, по-моему, делает Польша. Кстати, мне очень нравилось. Мы ее уже брали. Действительно пахнет рыбкой красной. И на булочку вот такую вот очень вкусно намазывать. Такая паста стоит сейчас 27,50. Дальше макароны своя линия. Я первый раз взяла попробовать вот такие вот. Вверх ногами положила вам. Паста, своя линия, ну, под Италию, да, косят под Италию. Значит, я их взяла, они стоили 15 гривен 10 копеек. Не знаю, написано с додаванием твердых сортов. То есть это не прям твердые, а с добавкой твердых. Я очень надеюсь, что они не будут сильно развариваться. Вам потом расскажу, понравились они мне или нет. Не знаю, беру первый раз. Я не люблю макароны, которые развариваются. Люблю только твердые. Так, посмотрим, какие эти. Можно их брать, нельзя брать за 15 гривен. Два йогурта растишка по 8,10. 8 гривен 10 копеек. Взяла две булочки. Вот такие уже одну съели. Это вторая вот Сонина. Трио она называется. Там три вкуса по 10 гривен 80 копеек. Это мои любимые булочки прибалтийские. 4 штучки вот такие темные. Они стоят 9,50. Что очень хорошая акция. Ну что, это пельмени Мишутка детские, их очень люблю. Они идут с мясом индюшки, без вот этих вредных всяких добавок. Варю с ними суп детский, пельмени классные. И что еще здесь? 650 грамм, 50 грамм в подарок. Пачка более такая большая. И стоит они 52 гривны. Это классная цена. Советую вам также попробовать, даже не для детей, а для себя взять. Они очень тоже вкусные, если вы сами любите. Они лучше, чем вот эти взрослые пельмени. Дальше сейчас по скидке Lion. Lion у нас 26,70. Вот такая упаковочка. Упаковка конфет. То есть это не сам Lion, это конфеты. 182 грамма. И взяла наши любимые голландские вафли. Так за ними соскучилась на каникулах. Взяла каждому по одному, 4 штучки, то есть получилось на 31,8 копеек, 31 гривна, в общем. Но они тяжеленькие, здесь в каждой упаковке по 2, с карамелью, с кофе, вот, о, супер. И моим также очень нравится. И взяла что, огурчики, помидорчики, огурцы, это у нас тепличные по, почем, получились на 31 гривну. Килограмм, они по 22 гривны, нет, вру, по 39 гривен, а по 22 это у нас тепличные огурцы, вот как у меня получилось. Томаты получилось на 23,60, а огурцы получились на 10 гривен 2, вот таких больших, большие я взяла огурчики. Вот такая вот была покупочка нашим любимым с вами АТП, 278 гривен. Ждем завтра новых акций. Я вам расскажу, что изменилось, что нет. Посмотрю на цены, какие изменились цены, какие нет. И если что-то куплю, также покажу вам новые акции. А вы, кто не подписался, подпишитесь, ставьте лайк моему видео. Вы этим самым будете мне очень-очень помогать. Моему каналу, чтобы делать дальше для вас такие видео. Не прощаемся, смотрите дальше. А мне пришла посылочка из мейкапа. Сейчас вместе с вами распечатаем. Это будет не постановочное видео. Просто вот сейчас с вами вместе распечатаю и покажу. Здесь очень-очень интересные товары я купила.
Итак, я прям в коробке сейчас вам буду показывать, что я заказала. Сейчас вам покажу чек, насколько у меня все получилось. Нет, чек покажу в конце. Моя хотелка давняя, которую я высматривала и ждала, когда же дадут у нее скидку. Особой скидки не было, хотя написано 20%. В общем, взяла. Это моя умывалка. Корейская Low pH, Good Pruning, гель, COSRX. Можно было на iHerb взять, на iHerb уже все разобрали. И на iHerb даже получается дороже, чем на мейкапе. Итак, я прям в коробке сейчас вам буду показывать, что я заказала. Сейчас вам покажу чек, насколько у меня все получилось. Нет, чек покажу в конце. Моя хотелка давняя, которую я высматривала и ждала, когда же дадут у нее скидку. Особой скидки не было, хотя написано 20%. В общем, взяла. Это моя умывалка. Корейская Low pH, Good Pruning, гель, COSRX. Можно было на iHerb взять, на iHerb уже все разобрали. И на iHerb даже получается дороже, чем на мейкапе. Именно данная умывалочка, видите, как она запечатана. Я подробно, у меня есть видео, кому интересно, я оставлю ссылку на корейскую косметику. Я делала обзор целый и про эту умывалку там очень много всего говорила. Здесь просто очень классный состав, здесь есть кислоты, но тем не менее она чуть-чуть немножко осветляет. Можно не пользоваться SPF, хотя нужно, но не такие прям сильные кислоты там. И здесь такой запах чайного дерева, который я очень люблю. Поэтому, кому интереснее, я подробнее оставлю ссылочку. Зайдете, посмотрите видео. И стоила данная умывалочка по скидке 258 гривен. Дальше, но она того стоит. Она того стоит, поэтому это моя давняя хотелка. Я ее наконец-то приобрела, потому что мне уже нечем умываться. Дальше. Взяла по хорошей скидке 37 гривен дегтярное жидкое мыло. Оно должно быть у нас тут нет. В Киеве закончилось, поэтому... С дозатором, Невская косметика, мне она очень нравится, подходит. Должно быть в ванной всегда. Далее взяла вот такую масочку за 20 гривен, шоколадную. Это корейская Аплё. Аплё, корейская марка. У них разные, не знаю, но я такую не брала, еще не пробовала. Дальше взяла Матвею листерин детский. Вот такой вот, 250 миллилитров, 55 гривен. Он его, конечно, любит, но он его очень быстро использует. Но, тем не менее, сейчас, так как мы носим зубную пластинку, нам это очень надо, полоскать рот перед тем, как бы вынимает эту пластинку, вставляет. Это прям нам необходимая в данный момент вещь. И вообще, из-за чего еще я делала заказ, это вот такие вот таблетки. Сейчас я вам покажу локолот для зубных протезов с активными окислителями и свежестью мяты. Что это такое? Это такие очищающие таблетки. Значит, опять же, Матвей носит у нас съемную пластину, аппарат на зубах. И нам врач сказала, что можно там какие-то, не знаю, типа а-ля перекисью как-то очень-очень аккуратненько ее протирать. Больше другими средствами никакими нельзя ее дезинфицирующими протирать. Нужно покупать специальные. Я посмотрела на мейкапе, очень, в принципе, мне понравилось. Я считаю, что нормальная цена. 76 гривен стоят такие таблетки. Здесь 32 таблетки. Локалу Дент. Там были Корега, но они в два раза больше, в два раза дороже. Это пишут аналог, в два раза дешевле. Значит, одну таблеточку в стаканчик с водой. Туда бросаем наш аппарат или там какие у вас зубные протезы любые, да. И оно как бы убивает бактерии, потому что Матвей чистит ее своей зубной щеткой с пастой, но я вижу, что она плохо очищается. То есть, чтобы убить точно бактерии, нужно вот что-то такое интересное. Средство, значит, здесь нужно, видите, хотя бы 10 минут. Через 10 минут уже написано, протез становится чистым. Стаканчик с теплой водой. Вот и все. Хотя можно даже на ночь оставлять, пишут. Но у нас сейчас Матвей уже ночью носит эту пластинку, поэтому это наоборот с утра забросить перед школой, и она будет у нас очищаться. Вот, поэтому я очень довольна, что купила. В принципе, я думала, они будут намного дороже, так как знаю, все вот такие средства для зубов сейчас стоят немало. А так, в принципе, нормально. 76 гривен, я считаю, за 32 вот такие таблеточки.
Так, итого у меня получилось 446 гривен. Вот, еще раз показываю цены. Что почем? Самая дорогая, конечно, моя умывалочка, но зато давняя хотелка моя сбылась. Мне ее хватит также очень-очень надолго, так как я умываю всегда одной умывалкой примерно. И длительный период, месяца 3-4, одним средством, пока его не добью. Вот у меня была Гарниер, добила, теперь эту. Так что все, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел мое видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Жду вас в следующих видео. Пока-пока!